Это мое льняное платье. Сейчас очень жарко, и я решила одеть вот это вот красивое черное льняное платье. Здесь у меня такие строчки модные. Оно очень длинное. И сзади оно длиннее, чем спереди. Ну вот я иду в театр, и у меня будут вот такие украшения, такая бижутерия. Я хочу сказать, что не хочу очень выделяться, достаточно скромно, но красиво. Бижутерия довольно-таки крупная. Вот это мое кольцо и мои серьги. Я предлагаю посмотреть, как одеты другие зрительницы Геликон оперы. Приглашаю вас к просмотру, дорогие. Спасибо.
Сейчас он назван в честь нашего первого дирижера. Поэтому называется зал Тихонов. Если вы заметили, там еще такая зал Тихонов в честь Кирилла Тихонова, нашего первого дирижера. И вот многие постановки, которые он ставил у нас, идут до сих пор. Потому что это бывает, например, «Сказки Волкман», который мы совсем недавно. У нас вообще идут спектакли по 20 лет и больше. Там есть выдающиеся постановки, которые стареют. Например, «Мазепа», который вы сейчас будет на следующей серии спектакля. Приходите обязательно. Если не успеете в этом сезоне, то берите. Следующий сезон приходите обязательно. Он долго думал, потом я нажал, понимаете, и вдруг музыка была. Уважаемые дамы и господа, прозвучал первый звонок. Спектакль начнется через 20 минут. Ladies and gentlemen, the first call. The performance starts in 20 minutes.